Комфортная для зимнего картинга температура и новая увеличенная трасса. В этом году участникам вместо 350 метров предстояло откатать 500, что их обрадовало. Уже традиционно соревнования проходили два дня. За кубок главы Нефтеюганского района в Пойковске приехали побороться 37 представителей картинг-клубов Сургута, Ноябрьска, Радужного, Нового Уренгоя, Пойковского. Самый юный у нас участник — это Андрей Попов. Ему 5 лет. Он приехал с Сургута. Вот. Самый взрослый у нас участник — это наш Пойковский, Косиков Сергей. Вот ему 46 лет. 7 классов у нас. Значит, супер, мини, пионеры, Honda 270, Honda Юниор, Rocket 120 и Е-класс. Никита Катков из Новоуренгойского клуба «Норд» в Пойковском бывал много раз. Один из самых опытных гонщиков этих соревнований. Молодому человеку 29 лет, 15 из которых посвятил этому виду спорта. Картинг, да, это экстремальный вид спорта. Зимой, ну, зимой еще как-то это щадит, там сугробы, снег, как-то смягчает какие-то перевороты, падения, удары. А вот летом... Чтобы побеждать, нужно много и упорно трудиться, уверена 11-летняя София Белялова. Энергичной девочке за рулем приходится себя сдерживать и не давать волю эмоциям. Зимой, если будешь беситься, то будешь проигрывать. И у меня стали более прочные нервы, чтобы не беситься. Благодаря кастингам они меня сильно изменили, и я теперь хорошо управляю машиной и больше разбираюсь в моторах. За два дня было разыграно 14 комплектов наград. В гонках выиграла команда картинг-клуба «Норд». Оба кубка главы Нефтеюганского района и директора департамента образования отправились в Новый Уренгой. Командное серебро дважды выиграли сургутяне. Бронзовыми призерами также дважды стали спортсмены Пойковского «Виража». Евгения Березина, Ольга Слобоженюк, Юрий Баталов. 7 канал.